Всем привет, с вами Леонид Парвозов. Извините, что так долго не было видео по моделям общественного транспорта, потому что, во-первых, у нас были контрольные работы итоговые. Во-вторых, сама модель, которая у меня сейчас на столе находится, была очень трудная. Она зачлененная и имеет очень много тонких и сложных в изделии вещей. Это модель трамвая Пеза Фокстрот, производителя завода Пеза в Польше. Единиц трамвая построено 194. Трамвай выпускается с 2012 года по настоящее время. Количество сидений в трамвае 59-102, а скорость максимальная 70-75 км в час. Итак, это была небольшая справка о трамвае. Переходим к самой модели. Вот так выглядит морда трамвая, или передняя маска. Здесь вообще очень трудная была передняя часть, потому что здесь все такое обтекаемое, стекло чуть-чуть выпуклое и бампер. То есть даже пришлось подклеивать вот такую тоненький слой бумаги, чтобы угол смотрелся нормально, то есть чтобы белых зазоров не было. Потом вот такой вот полупантограф здесь. Очень трудно было его делать, потому что он такой тонкий. И он у меня даже порвался, и просто нужно было его замачивать в клей ПВА, чтобы он хоть как-то нормально смотрелся и был таким твердым. Вагон из трех секций состоит. Вот здесь это центральная секция. Здесь находятся две гармошки. Тут оборудование на крыше. Так выглядит задняя маска трамвая. Вот она у меня прям вообще круто получилась. То есть без всяких зазоров все четко вошло. Вот такие вот тележки у вагона. Да, знаю, здесь какие-то должны быть детали в этих местах, но лично у меня тут что-то ничего. Я что-то не понял, что сюда приклеивать. Но, в принципе, смотрится нормально. Вот такие вот тележки. К сожалению, данная модель трамвая выполнена в большем масштабе, нежели чем другие. То есть, вот я беру модель трамвая КТМ-71-619, и он по размерам не совпадает с этим, потому что на сайте все модели трамваев большого класса, то есть зачлененные, они выполнены в большем масштабе, нежели чем трамваи среднего класса, то есть маленькие. И это был обзор модели трамвая Пеза Фокстрот. Пишите в комментарии, делать ли мне еще такие же большие модели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.